Покупаем рыбу на рынке. Купили осьминогов по 12 евро. Каракатицы шикарные по десятке. Вот как раз нам чистят. И рыбка разная всякая. Дорада. Ну, это рыбного завода. 7 евро. А тут есть и дешевое. Креветки вообще-то не местные. Креветки, скорее всего, испанские по десятке. Мелочь такая. Это псигнес. Ну, понятно. Это замороженное. Скорее всего, испанское. И вот для нас на суп по 4 евро хорошие рыбки. Бульончик получается из них изумительный. Довольно богатый выбор. Кальмары есть. Тут большие по 14. Видела по 10.